Продолжаем выпуск. В международном медиахолле состоялся брифинг социал-демократической партии Узбекистана «Адолат», посвященный подготовке к выборам президента и проделанной работе в предвыборный период. В нем приняли участие члены Центрального избирательного штаба партии, представители региональных штабов, партийные активисты и журналисты. Было отмечено, что республиканским и региональными советами молодежного крыла и женского крыла партии в целях решения на местах организационно-правовых вопросов предвыборного процесса, повышения политических и правовых знаний о сути и значении избирательного кодекса избирателей, особенно молодежи, впервые участвующей в выборах, обеспечения их активного участия в общественно-политической жизни общества, были организованы агитационные мероприятия по таким темам, как «Мой первый голос», «Выборы молодежь», «Новый Узбекистан», «Новые выборы», «Мой голос важен на выборах», «Я голосую за свое будущее», старт для начала тренингов для женщин по пропаганде избирательного законодательства. Был разработан медиаплан для освещения деятельности партии на президентских выборах 24 октября в Узбекистане, в СМИ и социальных сетях. Для эффективного проведения предвыборной агитационно-пропагандистских работ в процессе избирательной кампании со стороны партии было уделено особое внимание всем направлениям деятельности. Чтобы начать предвыборную кампанию в президентских выборах в новом духе, с новым символом, партия 30 июля текущего года утвердила свой новый логотип. 5 августа состоялся 7-й пленум Политического совета Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат». По повестке дня пленарного заседания было обсуждено 6 вопросов и были приняты соответствующие решения по вопросам избирательного процесса. Также определено участие партии в выборах президента Республики Узбекистан и принято решение систематически и эффективно организации всех мероприятий в соответствии с календарным планом основных мероприятий по участию партии в предстоящих выборах. 8 сентября состоялся 10-й курултай партии. Утверждена кандидатура Бахрома Абдухалимова в кандидата президента Республики Узбекистан от партии «Адолат». Исходя из географического положения регионов, были подготовлены и освещены в СМИ социальные ролики. Налажена система механизма обратной связи с общественностью. Для связи с населением на телеграм-канале партии был открыт отдел обсуждений. На брифинге были даны ответы на вопросы о подготовке партии к выборам и проделанной работе.